Ребята, всем привет! Мы находимся в Гааге, и мы зашли в потрясающее место. Место называется Sea Life. В Гааге есть такой огромный аквариум, где можно посмотреть очень много сортов рыбок, все возможные защищенные рыбки и незащищенные. И это очень красивое место. Давайте посмотрим, что мы можем с вами увидеть, когда я зашла внутрь и увидела всю эту красоту морской природы. Ребятки, это просто нужно самим посмотреть и посетить. Итак, давайте посмотрим. Первый аквариум. Красота необычайная. Sea Life в Гааге. Oh, 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 oh
ребята, теперь мы находимся на улице, мы вышли из Антрин, там, где были красивые аквариумы. Смотрите, вот здесь можно увидеть тоже морских животных, таких как пингвины. Смотрите, вот. Дарис на байте, тоховный? Дарис авитовный? Продолжаем нашу... Сейчас мы продвигаемся вниз, посмотреть, что у нас еще есть здесь. Вот живут наши морские животные. Наш Sea Life в Гааге, смотрите. Вот она, вот она. Вот там вот пляж, как вы видите, да? Так, продвигаемся, смотрим, что у нас далее. Каких животных можно еще увидеть? Ja, dat is alles volgens mij. Hier wel, ja. Продвигаемся к магазину. Здесь находится магазинчик. Можно купить сувенирчик. Смотрите. Sea Life сувенирчики. Все возможные. Смотрите, как красиво. Можно выбрать сувенирчик домой для того, чтобы запомнить вашу прогулку по Sea Life. Даже книжечки, все. Выйдем мы из магазина. Здесь мы на улице. Поднимемся еще наверх. Все красиво, как вы видите, сделано для животных. Вот там можно увидеть маленькую. Сейчас холодно, и животных не сильно можно увидеть на улице, но мы пройдем. Вот так вот живут. Я думаю, что здесь летом находятся пингвины, смотрите. Вот здесь все виды пингвинов, рассказывается, какие пингвины есть. Оказывается, их очень много различий. Здесь описывается анатомия пингвина. Вот так выглядит наш О, смотрите, пингвин. Маленькие пингвины живут на улице. Мы обожаем животных. Смотрите, вот они. Красота. Прелесть, конечно, когда животное. Пройдем вовнутрь. Итак, мы внутри. Давайте посмотрим, какие здесь аквариумы еще есть. У нас в Sea Life Гааге. Здесь очень красивые рыбки, очень красивые аквариумы. Просто словами не описать, это нужно увидеть, нужно посетить. Увидеть, посетить, и так смотрите.
ребята, это был наш тур по Sea Life в Гааге. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Я огромный защитник животных и за чистоту в океане, за то, чтобы было меньше пластика. И мы проводим всегда все различные акции. И я даже иногда хожу и убираю пластик с пляжа. Когда есть время, то мы, как, скажем так, бесплатно, свободные работники, убираем этот всевозможный пластик с пляжа. Вот, очищаем пляжи. Сегодня мы были вот в таком особенном месте. Я очень люблю морских животных, всех рыбок, просто обожаю. И надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте пальчики. Пока-пока!